Владимирович Терещенко родился в 1924 году в селе Акбулак Оренбургской области. Окончил Акбулакскую среднюю школу. В феврале 1942 года призван в Красную армию. После окончания специальных курсов в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Воевал на Сталинградском, Южном, Украинском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, освобождении Крыма и Украины. 12 раз был ранен. Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. Здравствуйте, дорогие родители! Шлю вам свой привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни и хороших успехов, как в жизни, так и в работе. Я хочу вам рассказать, как мы здесь живем, как будем учиться и сколько будем учиться. Доехали мы неплохо. Сейчас расположились в Краснохолмской средней школе номер 3, в классах. Разделены по ротам, взводам, отделениям. Я – первая рота, 4-й взвод, 2-е отделение. Сейчас еще неизвестно, в каком роде войск мы будем, но пока – в стрелковом училище. Учиться будем 6 месяцев и получим звание командиров РКК. Кто будет учиться хорошо, тот лейтенант. А будут еще и младшие лейтенанты, будут и старшие сержанты. В столовой едим хорошо. Суп с жирным мясом, чай с хлебом и маслом. Как напишу вам свой адрес, так пишите. А сейчас пока не пишите. Целую вас, ваш сын Николай. Привет всем! 19-летний офицер Николай Терещенко получил боевое крещение под Сталинградом. Там он научился стоять насмерть. Вскоре он стал командиром взвода, а затем роты разведчиков отдельной стрелковой бригады морской пехоты. Под Новороссийском постигал основы разведки и делал дерзкие вылазки за языком. На Керченском плацдарме освоил мастерство смелых налетов на позиции противника. А освобождение Крыма стало для старшего лейтенанта Терещенко школы наступательного управления. Здравствуйте, папа, мама, Нюра, Эдя, Вова, Валя. Шлю я вам свой горячий армейский привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Я вам уже писал, как живу, теперь еще свой адрес напишу и как провожу время, армейское время. У нас уже начались занятия. Если я дома мог спать 16 часов, то здесь я должен спать только 6 часов. Подъем в 5 часов утра, выбегаем за 5 минут на улицу и начинается зарядка. Занимаемся 15 минут, пробежим 500 метров и назад. Потом умываемся снегом и ровно в 6 часов приступаем к занятиям. 6 часов строевой и 6 классный. И время на обед, ужин и самоподготовку. Живу хорошо. Пишите, как вы живете. Все, ваш сын Коля. Николай Терещенко был человек необыкновенной храбрости и мужества. В ночь на 12 мая 1944 года ему было приказано со своей ротой незаметно проникнуть в район Камышовой бухты и приготовиться для удара по врагу с тыла. Задачу эту Терещенко выполнил блестяще. Остатки вражеских войск, оборонявших Севастополь, прижатые к морю на мысе Херсонес, сопротивлялись с яростью обреченных. Надвигаясь лавиной, они, казалось, не обращали внимание на смертоносный огонь. В то время морские пехотинцы видели своего командира. В кителе при всех орденах он перебегал от взвода к взводу, давал короткие приказания, подбадривал моряков. Они не отступят, потому что отступать разведчики не приучены, потому что верят в своего командира, а он все предусмотрел. Николай Терещенко подал сигнал, и с фланга по врагу ударил еще один пулемет. Из-за бугра огоньку подбавили автоматчики. В минутной тишине матросы услышали голос командира. «Даешь, Херсонес, черноморцы, вперед!» Терещенко бросился вперед. Сколько раз он поднимался вот так навстречу врагу. И не оглядывался. Знал, что за ним уже встали все его разведчики. Враг не успел опомниться, как морские пехотинцы ворвались в его окопы. Был освобожден от врага последний клочок крымской земли.
24 августа 1944 года, действуя во главе передового отряда, старший лейтенант, командир роты разведки 83-й отдельной стрелковой Новороссийской, дважды краснознаменный ордена Суворова, бригады морской пехоты Николай Терещенко в неравном тяжелом бою погиб. 24 марта 1945 года звание Героя Советского Союза присвоено Николаю Владимировичу Терещенко посмертно за отвагу и мужество, проявленные в бою за освобождение Севастополя и Белграда. Его именем названа улица в Акбулаке Оренбургской области.